Привет, Слава. Главное, бесплатно. Слава, ну я не могу больше это терпеть. Как водичка вам? Водичка прекрасная. Я смотрю, вы вообще не любитель загорать. Как дела? Сегодня без происшествий? ТВК. Дай 5. Спасибо. Это «Проверка лета», специальный сезон проекта «Проверка ТВК». Екатерина Кашучик на время отпуска доверила мне, Сергею Григорьеву, проверять популярные места отдыха у красноярцев. Мы с вами находимся на пляже у Октябрьского моста, остров Татышев. За моей спиной посмотрите, сколько народу, и это обед буднего рабочего дня. Место мега популярное еще и потому, что не так давно Роспотребнадзор и МЧС разрешили купаться здесь. И это единственное место в черте города, где можно купаться. Пока что. Пойдем подробнее, посмотрим, прогуляемся по пляжу, пообщаемся с купающимися и, может быть, сами окунемся. Сразу бросаются в глаза вот такие вот загончики. Они никак не обозначены, но если я все правильно понял, то это место для переодевания. Да, здесь есть крючки, причем он такой широкий, тут можно прямо втроем переодеваться. И достаточно высокий, к соседу не заглянуть. Иди туда переодеваться. Привет, Слава. Ну, тебя видно будет, кстати, если ты двухметровый оператор. Бесплатно. Главное, бесплатно. Вот это самое главное. Где в Красноярске найдешь бесплатный пляж? Ой, вода, Слава. Теплющая. Искупаемся, Слав? Оператор голосует за. Ну, тогда лови тапки. Как вам пляжик? Можно было бы, конечно, облагородить получше, чтобы было. Чего не хватает, на ваш взгляд? Рюкзаки какие-то были бы, что-то бы покушать можно было бы купить. Вообще ничего. Мороженое только дорогое мороженое. Вот там торгуют только мороженое? Да. Посмотрите, сколько людей. О! Показано разрешено только в обозначенной буйками зоне. Только в обозначенной буйками зоне. Смотри, Слава, вот они, оранжевые буйки. Никто за буйки, я смотрю, не заплывает, но и мы заплывать не будем. Держи микрофончик, отдыхай, Слава, я пошел скупаюсь. Давай я теперь буду у тебя спрашивать. Как водичка вам? Вода, я нырнул, все прекрасно, вода ничем не пахнет, все прекрасно. Сейчас мы еще спросим у других отдыхающих, как им. Почему не на работе? Будний день сегодня. И что? Я риэлтор, могу себе позволить. Слава, ну ты обувь снял, иди хоть ножки помочи. Или ты помочил? Молодец какой, молодец. На чужой лежак-то не вставай ногами. Один из признаков, что пляж безопасен и здесь разрешено купаться, это, конечно же, присутствие спасателей. Здравствуйте! Как дела? Сегодня без происшествий? Там что-то, Слава, происходит. Расскажите, за что парней сейчас отчитали? Потому что запрещено купание до совершеннолетия без родителей. То есть обязательно должен быть рядом взрослый? Конечно, да. Один на четверых или у каждого свой папа? У каждого свой родитель. Вот на вышке ваш коллега, как часто меняется? Зачем следите в основном? Ну, как работа? В основном он сидит по рации мне, если что-то происходит, говорит. А он ваши глаза, а вы его руки? Ну да, по сути. Ну я тоже глаза, почему? Хожу по пляжу. Смотрю. Сегодня без происшествий? Сегодня без происшествий, и вчера все хорошо. Все хорошо. Спасибо вам большое за службу, можно руку пожать. Дойти сюда пешком с автобусной остановки можно, но на палящем солнце это будет достаточно сложная дорога. Вы можете взять велосипед семейный или, может быть, добраться сюда на роликах или на самокате. Но на сам пляж велосипед и самокат брать нельзя. Есть очевидные трудности с тем, как это место найти. Если на нем ни разу не был, не знаешь, где расположен пляж, то вот с центральной аллеи ты проходишь в сторону Енисея, оказываешься на велосипедных дорожках, и вот тут развилка. По идее, пляж уже виден вот там. Тропа народная, гравийка, обрыв небольшой, в общем, с коляской там сложно. Есть указатель, который нас отправляет немного в другую сторону, сделать небольшой круг, обойти по более асфальтированной дороге и попасть также на этот пляж немного с другой стороны. Вы на Мире Сибири, что ли, были? Да. В этом году? Да. Как вам? Гости, подождите, объявление. Водитель, мы просим вас купаться только в специально отведенных для этого местах. Спасибо. Как вам отдыхается? Замечательно. Теплая вода, убранный пляж. Доверие внушают спасатели. Вот здесь ходят, там расположены. Я смотрю, вы вообще не любитель загорать. Не особо. Первый раз, что ли, выбрались сегодня? Ну, не то чтобы первый, но загорать не особо люблю. Как вам оборудован пляж? По сравнению с тем, что было, да, хорошо стало. Чего добавим? Побольше биотуалетов, например. Вы уже искупались сегодня? Нет, еще. А что сидите, что ждете? Жду вон, пока наша мама с дочей вылезут. Кто-то
водоросли насобирал себе, это, чайный сбор. Скажи, что написал. ТВК. Дай пять. Спасибо. Рядышком есть небольшой ларек, торговая точка. Здесь есть вода, газированные напитки. Ну что тут, 150 рублей газировка, 100 рублей вода. Цены туристические. Объявление. Температура воды плюс 23. Гидрокостюмы запрещены. И снова объявление. Также запрещаются топтурные алкогольные напитки и курить. Также просим вас внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Следим за детьми и не пьем. Волейбольная площадка. Песок, посмотрите. Свеженький, мягонький. Так и просится поиграть в волейбол. Передаю привет Антону Моцкусу, который любит волейбол, живет этим спортом. Биотуалеты. На первый взгляд все в порядке. Есть туалетная бумага. Грязная, потому что люди встают ногами почему-то и на ободок. Ладно хотя бы, да, ногами вставать на вот эти вот подставочки по бокам. Но кто-то прям на ободок встает ногами. Есть даже детская зона. Выглядит она, конечно, скудновато. Это старая песочница с каменным песком. И вот такие качели. Лучшее время для загара. Даже об этом позаботились люди, которые следят за пляжем. 13:00. Давайте заглянем, как там переодевалки. Есть даже лампочки, освещение. Песочно, грязновато. Но есть крючки и для сумок, и для полотенец. И что самое интересное, они глухие. Искупались, нет? Нет, не искупались. Тоже? Раздевайтесь, да вперед. Да видите, я по пояс мокрый уже, я окунулся. По пятибалльной шкале, 5 звездочек все ставим? Все нормально. Дети купаются, взрослые отдыхают, загорают. На великах нельзя заезжать туда, получается, здесь где-то должна быть парковка тогда организована. Вот так у дерева оставлять тоже не вариант. Хорошего лета, жарких дней. Да, всего да, хорошего. Всего хорошего. Дайте 5. Молодцы какие. Хорошего дня, заряженного. На позитиве вообще, мужики. Вот это я понимаю, правильный настрой. Пляж на Татышеве возле Октябрьского моста прошел летнюю проверку ТВК. Здесь оборудованное место, полностью готовое для того, чтобы отдохнуть. Здесь есть спасатели, здесь есть переодевалки, есть мусорные баки, есть тенек для тех, кто не любит жару. Из минусов здесь говорят об отсутствии лежаков. Спорный вопрос, плюс это или минус, потому что если лежаки появятся, то, очевидно, станет меньше места на самом пляже для того, чтобы расположиться. На этом все. Пишите в комментариях, какие места нужно обязательно посетить. Это проверка лета. Мы ездим по местам отдыха красноярцев. В комментариях ждем приглашения. Ищите нас в социальных сетях.